Всем привет! С вами ваш Дом Игры. Сегодня я хочу рассказать вам о классном наборе «Создаю картину из пайеток» от компании «Сделай с мамой». Рекомендованный возраст 5+. Вот, очень интересное, увлекательное занятие. Вот у меня есть картина такая с совушками и с лисенком. Я вам покажу распаковочку совушек. Итак, в комплекте у нас идут вот такие пайетки и специальная вот такая вот палочка. Сейчас расскажу, для чего. Пайеток у нас и того, в общем, разных цветов, 550 штук. Вот сама картинка накрыта. Так как у нас основа под пайеточки идет, естественно, уже клейка, она прикрыта вот такой, чтобы обезопасить нашу клейкую основу. И что? Поэтапно мы берем пайеточки, вот этой вот специальной палочкой. И по цветам выкладываем аккуратненько на картинку. Вот, размер 32 на 23,5 сантиметра. Вот, очень интересное занятие, я думаю, правильно указан возраст, что от 5 лет. Ну, как бы формирует творческое мышление у ребеночка, усидчивость, и думаю, вашему ребенку придется по душе. А какая красивая картинка у нас получится в итоге, думаю, она просто поразит вас своей красотой. Если вы захотите приобрести этот набор и сделать свою блестящую картиночку, обращайтесь в ваш Дом Игры.